с грузовиком. По словам же самого грузинского лидера, произошло все в Турции, действительно, но ни в какую фуру, по признанию Саакашвили, он не врезался. Виной всему небольшая ямка на дороге, а спас его президентскую голову крепкий шлем, о чем сам грузинский лидер поведал в интервью Руставе 2, поблагодарив заодно турецких врачей, которые поставили его на ноги всего за сутки. И последний редкий вид рукокрылого животного обнаружили в Судане. Американские зоопарки